Теперь вы это знаете. Вопрос. Есть ли на Камчатке камчатский краб? Ответ. Краб камчатский – один из крупнейших видов крабов. Живет до 20 лет и может достигать веса в 2,5 килограмма. Ареал обитания камчатского краба велик. Он встречается в Японском, Охотском и Беринговом морях. Однако наибольшие скопления камчатский краб образует у западного побережья Камчатки. При этом жители полуострова мясо камчатского краба едят редко. На Камчатке более популярен краб-стригун. Его мясо считается нежнее, и добыча его гораздо проще. Теперь вы это знаете.